Там есть некоторая терминология. БРК, боевой ракетный комплекс. ЗИП, запасные инструменты и приборы. Есть намек на то, что ракета очень много пьет. А дело в том, что одни из первых наших тяжелых ракет, они летали на чистом спирте. Мой дом — ракетные войска, я родился на БРК, но головная часть моя была без зипа. Я валяю дурака, люблю и пьянствую пока, люблю до одури и пьянствую до хрипа. Шинель повыцвела уже, я на последнем рубеже, но есть гитара и невырванные зубы. Ведь я за мир стою в душе, ведь мне Даяны и Маше, и даже Мао одинаковы сугубо. Но я защитник, я плод, меня ведь партия ведет, и говорят, что я давно един с народом. Конечно, пью, а кто не пьет? Ракета, знаешь, сколько жрет, а ничего, летит во всякую погоду. Мой дом — ракетные войска, я родился на БРК, но головная часть моя была без зипа. И я валяю дурака, люблю и пьянствую пока, люблю до одури и пьянствую до хрипа.